Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Будемо сьогодні говорити про найбільш значущі події, які відбулися цього тижня. Будемо спілкуватися з головним редактором молдавського телеканалу «АВА ТВ» Андрієм Андрієвським. Вітаю вас, Андрію. Добрий день. Хотів з вами поспілкуватися, звісно, про заяви керівництва Придністров'я, про те, я думаю, ви знаєте, що от ми пишемося для наших глядачів, кажу, опів на другу годину дня в суботу, трохи більше години тому по Одеському порту були прильоти, дві ракети потрапили, дві ракети були збиті нашою ПВО. От скажіть, тільки вчора були досягнуті певні угоди з Російською Федерацією, так, що з наших портів буде вивозитися зерно. Не пройшло доби, навіть доби, прильоти по Одеському порту. Що це, як це можна розцінювати? Тобто будь-які угоди з орками не варті папіру, на якому вони написані? Вы знаете, здесь в этой ситуации более интересно не то, что они нарушили свои обязательства. Это как раз для России ну, почти норма, потому что все свои договоренности они традиционно нарушали. Минские договоренности, если, допустим, для нас, для Молдовы, это было в 99 году обязательство вывести войска и вооружение с территории Молдовы, которое тоже было нарушено. То есть ложь – это у них как политика. Здесь гораздо интереснее другое, ведь это не был прямой договор между Украиной и Россией. Там были посредники, ну, достаточно авторитетные посредники. Ну, ООН тоже, в общем-то, можно было понять, потому что плевал Путин на ООН, и для него это никогда ничего не значащая организация. Но Эрдоган, вот тут совсем интересно, потому что ну, это уже прямое оскорбление Эрдогана. Может быть, Путин ему отомстил за то, что ему пришлось его ждать минуту, когда в Тегеране Путин стоял, и все камеры были направлены на него, и он мялся, переминался с ноги на ногу, а мы, ну, как бы вот оно звучит как шутка, но на самом деле это не шутка, потому что Путин реально чрезвычайно обидчивый человек. Дребезжный, настолько мелочный. Да, он именно такой, об этом говорят люди, которые хорошо его знают, он чрезвычайно мстительный, для него это вот все вот нюансы очень много значат, ведь он опаздывает сам, именно потому что он всегда хочет унизить своих визави, то есть он умудрялся опаздывать даже к Папе Римскому и к другим мировым лидерам, ну а про, допустим, когда наш пророссийский президент, в тот момент президент Игорь Дадон, к нему приезжал на прием, он его мог ждать по полдня в приемной, поэтому как бы для Путина это очень важно унизить других, но не быть униженным самому. Поэтому я не исключаю, что, может быть, это вот такая вот месть Эрдогану. Но здесь тоже надо понимать, что Эрдоган тоже очень непростой человек и очень непростой политик. У него, знаете, такая смесь восточной хитрости с прагматизмом, поэтому ответ может быть самый неожиданный. И со стороны Путина это очень глупый поступок, потому что сейчас у него и так со всех сторон проблемы. То есть наживать себе на ровном месте врага, тем более, что ему дал этот обстрел. Вот что он от этого выиграл? Он не выиграл абсолютно ничего, но это, знаете, вот каждый раз их глупость помогает Украине. То есть вот только-только начинает какое-то застывание процесса передачи оружия, Россия устроит какую-то гадость, там где-то что-то попадет там по штабу ВСУ, который находился в коляске 4-летнего ребенка, и тут же весь мир начинает по-другому относиться, как бы, что надо ускорить, надо сильнее, надо быстрее. И поэтому вот сейчас опять такая же ситуация, несмотря на то, что вчера подписали эти договоренности, и с такой помпой их объявили, и тут же удар. Понятно, сейчас появится этот Коношенков, объявит, что там тоже был штаб одновременно и правого сектора, и НАТО, и там, не знаю, что там еще было. А мы сами себе обстреляли, влаштували провокацию. Ну, тоже, да, вариант, хотя тут не совсем понятно, как это со стороны моря могло быть. Ну, окей, то есть вы понимаете, что ложь – это их стандарт. Но проблема-то их в том, что в эту ложь может верить местные как бы, зрители их федеральных каналов. Да, они поверят. Но в мире-то в это уже больше никто не верит. И тогда вопрос, зачем это все делается? То есть, ну, единственное вот объяснение, то, которое я сказал, что вот это его мелочная такая месть, потому что рационально я не могу это понять для чего. От я трохи переглядав ці угоди, які були підписані, там немає санкцій, жодних санкцій за порушення. От чи зробить нарешті світова спільнота, що угоди, в яких не прописані санкції проти Російської Федерації, вони нічого не варті, в принципі?
Нет, смотрите, в данном случае, вот именно в этом договоре по зерну, там вопрос не в санкциях, а то, о чем я сказал в начале нашей беседы, это на кону стоит авторитет Эрдогана как посредника. То есть это и есть санкция. По идее, значит, сейчас он должен ответить на это какими-то, ну, своими изменениями отношения к России, может быть. Я не очень представляю, во что это может выльется. Может быть, в Сирии там они начнут какую-то интенсивную операцию по выдавливанию российской базы, там, может быть, еще какие-то варианты. И, то есть сейчас очень тяжело сказать, как именно ответить на это Эрдоган. Ну, санкции ООН – это уже смешно, потому что это организация абсолютно импотентная, которая много раз показала. Вот сейчас вот Россия ведет эту войну фактически вопреки уставу ООН. И, ну, и что может сделать ООН, в которой в Совет Безопасности входит сама Россия? То есть, как бы, ну, по-нормальному надо было начать с того, что просто выкинуть Россию из Совета Безопасности, а может быть и вообще из всей организации. Тем более механизмы для этого есть. Потому что сейчас поднимают вопрос о том, что Россия вообще там как бы появилась незаконно. То есть никто ее не признавал по умолчанию преемником СССР. Там были определенные протоколы, которые Россия нарушила. И как бы вот к этой теме можно вернуться и нужно вернуться. Поэтому про ООН даже нет смысла говорить. Но вот Эрдоган, он может санкционировать Путина. Каким образом, я пока не очень понимаю, но думаю, что мы это в ближайшее время увидим. Минулого тижня в Одещину також прилітали ракети. 20 кілометрів від Одеси є такий важливий військовий об'єкт, селище міського типу Дачне, де пошкодили школу, будинок культури і декілька приватних будинків. Туди влучили, як і в Одеський порт, ракети «Калібр». Я так розумію, що це найбільш точні ракети, які залишилися наразі в Російської Федерації на озброєнні. Навіщо обстрілювати, витрачати оці ракети більш точні на, ну, просто на для того, щоб полякати населення? Адже там навіть близько немає жодних військових об'єктів біля Дачного. Навіщо просто в житлову забудову випускати точні ракети? В них же є, ну, там якісь радянські, які набагато меншої точності. Смотрите, Путін оценивает Украину, как он же говорит, что это один народ, что это просто испорченные русские. Поэтому он сравнивает, что он знает, что в России террор против населения срабатывает. Вот когда их оппозиция пыталась возмущаться, устроили террор, просто сажали, закрывали, избивали, и народ притих. У него, видимо, такая идея, что можно то же самое сделать с Украиной, поэтому нужно устроить террор. Ведь террор, основа этого понятия – это запугивание. Вот он сейчас делает террор в надежде на то, что население в итоге побежит к Зеленскому, говорить, что соглашайся на любые условия, только сделай так, чтобы Путин нас больше не бомбил. Он совершенно не понимает менталитета украинцев. И это, кстати, вообще вся эта война подтверждает, что он не понимает Украину, потому что если бы он понимал, он бы просто не полез, не вторгся, потому что, ну, уже со второго дня было понятно, что это была фатальная ошибка. Но он продолжает этот террор, при том, знаете, что интересно, ведь эти ракеты, они стоят, если я не ошибаюсь, что-то порядка 7 миллионов долларов одна ракета «Калибр». Это колоссальные деньги. И вот, ну, вот по Виннице, ради того, чтобы разрушить дом офицеров, они выпустили 7 ракет, 2 были сбиты ПВО и 5 прилетело. И вот то же самое, эти продолжения, это какое-то просто, опять-таки, иррациональная вещь. Ну, здесь опять есть теория. В цьому і питання, Андрій, вибачте, я вас переб'ю. От в цьому і питання. Якщо ці ракети більш точні можна використати у військових цілях, навіщо їх використовувати по житловій забудові? Ну, вони потраплять там не в будинок офіцерів, потраплять там в житловий будинок поруч. Ну, яка різниця? Мета-то буде досягнута, так? Будуть вбивства, будуть те, що вони там хочуть залякати населення, хоча всі, кого залякали, вони або на Західній Україні, або вже виїхали за кордон. Ті, хто залишилися, вже паніці не піддаються, і Росія це бачить. Ну, якась в них, напевно, стратегія є, якесь там раціональне зерно, хоча його дуже важко побачити. От я не розумію, навіщо стріляти по житловій забудові калібрами, маючи на озброєнні менш точні ракети? Нет, смотрите, я думаю, что у них на самом деле, может быть, помимо того, что это террор, то есть, ну, как бы тактика такая, попытаемся стрелять по военным, но если попадем по гражданским, тоже неплохо.
То есть я не исключаю, что они реально, может быть, пытаются поражать какие-то военные объекты, но у них абсолютный, тотальный провал разведки. Это показывает тоже вся логика развития событий. И вот, кстати, ваш ГУР опубликовал на днях ЛСБУ карты, которые были захвачены у россиян, и оказались, что эти карты 60-70-х годов. То есть карты, на которых нет некоторых дорог, нету некоторых, даже вот Салтовский район Харькова, его нет на этой карте вообще в принципе. То есть поэтому я не удивляюсь, если они воюют по таким картам. Плюс их хваленные спутники, которые аналогов нет, и такие великолепные. Но похоже, что вот, видимо, качество их совершенно не такое, как рисовали в мультиках для Владимира Владимировича. И в итоге получается, что у них просто нет возможности для того, чтобы находить цели, вот реальные цели, которые могут быть поражены. Вот я уже от нескольких экспертов слышал предположение, почему случилось Винница. Потому что после отличной работы «Хаймерсов» был получен приказ срочно нанести удар по какому-то важному стратегическому объекту. Значит, видимо, они поискали, где находится штаб ВВС Украины. Значит, ага, вот там в Виннице находится какое-то серьезное скопление офицеров Украины. Но у них нет данных, где находятся эти офицеры. И хоп, они на карте видят дом офицеров. Я понимаю, что дом, ну, по логике, что дом офицеров – это концертный зал. У нас в Кишиневе есть дом офицеров, это там есть парочку магазинчиков, какие-то маленькие бутики, плюс там концертный зал, где какие-то проводятся мероприятия время от времени. То есть он к армии, в общем-то, отношение имеет весьма отдаленное. Ну, он относится к Министерству обороны, но там ничего военного нет. Там, кстати, во дворе стоят старые образца 50-х годов, танки, самолеты. То есть просто как выставка для детей, там дети понимают. Точно так... такие же. О, так вот они решили, что, значит, пора по дому офицеров нанести удар для того, чтобы вот доложить Владимиру Владимировичу, что был уничтожен штаб ВВС Украины, где еще и натовцы там были, оказывается. То есть поэтому это, знаете, вот зачастую все эти имитации, профанации делаются всего лишь для одного человека. Потому что вот если вы смотрите, я регулярно читаю на ленте ТАСС, как они публикуют сводки Генерального штаба России, там сплошные победы, просто нон-стоп. Они каждый день уничтожили там 100-500 танков, 10 тысяч самолетов, всех победили, продвинулись на 100 километров. То есть там просто такое, знаете, я думаю, что Владимир Владимирович там, сидя в своем бункере, думает, что он уже захватил всю землю. Поэтому, если исходить из этого, наверняка ему сейчас доложат, что и по Одессе был очень точный прилет, там по каким-то базам там потопили несколько кораблей, авианосцев НАТО. И вот там вот, где вы говорите, в этих каких-то дачных поселках, это все как бы идут такие отчеты. Ну, видите, как одна цель – террор. Вторая цель – доложить фюреру, что все отлично, мы наступаем, мы побеждаем. Ну и третья цель – а вдруг еще и случайно попадем реально по какому-то военному объекту, вообще замечательно тогда будет. Ну такая, так себе война, знаете, уровня начала 20 века. Давайте трохи перейдемо до, власне, відносин Республіки Молдова із самопроголошеним Придністров'ям, керівництво якого заявило цього тижня, що готово вийти із мирної угоди. І от, власне, наскільки серйозними є ці погрози і які можуть бути наслідки? Смотрите, по Придністров'ю на самом деле там нічого глобально не міняється. Там от як від початку війни сложилась такая ситуация, когда власть местная, ну, так называемые эти сепаратистские власти, которые, в общем-то, контролируются местной бизнес-группировкой, местным олигархом Гушином, кстати, гражданином Украины. Ну, он постоянно проживает там, в Приднестровье, но у него есть паспорт украинский. Я думаю, так вот, это Кильки. Ну да, но он, кстати, у него в Одесской области, у вас там есть этот поселок, я забыл, как называется, который называют местной Венецией, где там прямо вот место улиц. Да, вот у него там есть свой островок, где у него там дача. Кстати, на днях мелькала информация, что якобы у него все это забрали. Не знаю, насколько это правда, не проверено. Это такой так вот, скупчення наркоторговцев. Да, ну, кстати, не исключено, что он этим тоже занимается, потому что вся контрабанда в Молдову идет через Приднестровье. Так вот, вот эта власть плюс местные олигархи, они, конечно же, не хотят никакой войны, потому что, ну, для них это просто разрушение всей их, всего уклада их жизни, которая построена на контрабанде, на каких-то схемах. Они прекрасно живут, им ничего менять не хочется. Война – это просто для них катастрофа. Но там есть другая проблема. Там есть... в эту власть внедрены люди, которые работают напрямую на Кремль, или там на Лубянку, на другие организации из России. И вот эти люди как раз они провоцируют войну всеми силами, потому что была такая задача из Москвы дестабилизировать
Вы, наверное, не знаете, но Молдова последние где-то недели три подвергается беспрецедентному телефонному террору. У нас до 50 организаций в день объявляются о том, что они заминированы. Это просто коллапс какой-то. У нас аэропорт уже более 100 раз, по-моему, эвакуировали. Не вылетают рейсы, колоссальные убытки. Это касается и различных учреждений государственных, больницы, монастыри, парки. То есть, ну, это просто вот, я это вижу именно в комплексе террора, который устраивает одновременно с информационным террором Приднестровье. Потому что, учитывая то, что не нашли тех, кто это делает, а у нас спецслужбы, ну, может быть, не настолько они сами профессиональны, сколько им в свое время было дано неплохое оборудование со стороны партнеров по развитию. И, по идее, если бы человек был в Молдове, я думаю, его бы нашли, но найти не могут. И вот это вот все в комплексе, вот эта раскачка, это как раз делается агентурой Москвы. И сейчас так называемый министр иностранных дел Приднестровья Игнатьев находится в Москве, он туда вылетел, и вот он оттуда сыпет заявлениями, что мы присоединимся к России, что это наш курс, что мы не будем никогда с Молдовой. Это при том, что еще недавно, еще до начала войны, зимой, они ныли, почему у нас так плохо идут переговоры в формате 5+2, давайте дружить, мы хотим с вами нормальных отношений. А вот сейчас он говорит, что как бы для нас приоритет – это присоединение к России. Совершенно очевидно, явная провокация. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что им удастся, вот этим, этой агентуре кремлевской, удастся раскачать ситуацию до такой степени, что вот прямо они двинут либо в сторону Кишинева, либо в сторону Украины, потому что это будет самоубийством. Но с другой стороны, не надо... с нашей точки зрения, да, но здесь не надо сбрасывать со счетов то, что иррациональность – это как раз и есть фишка Путина, потому что многие его поступки, они как раз иррациональны, он этим гордится, знаете, вот как, простите за выражение, вот есть такие люди, которые говорят, типа, я мудак, ну вот и принимайте меня таким. То есть, как бы, знаете, вот гордиться своим таким неадекватностью. Поэтому тут можно ожидать того, что да, они доведут до того, что они либо, допустим, устроят обстрел каких-то украинских сел, либо попытаются что-то там двинуться в сторону Кишинева, тем более, что в войсковом плане у нас с ними практически паритет по силам. Даже у них по технике, наверное, даже посильнее, но по численному составу Молдова посильнее. Поэтому тут как бы, ну, сложно сказать, вряд ли, конечно, они могут добиться какого-то большого военного успеха, но... Я думаю, Румыния вам допоможет и за войсковую технику. Понимаете, да, нам сейчас в последнее время поставляют какую-то технику, даже ходят слухи, что здесь есть какие-то инструктора, правда, это все не подтверждается, но дело в том, что Румыния не может войти полноценно в этот конфликт, потому что Румыния – страна НАТО, и она не имеет права участвовать в конфликтах без одобрения остальных членов Альянса. Потому что я маю на увазі тільки технікою, тільки технікою. У вас є кількісна перевага. Так, ну, більш сучасну техніку НАТО вам нададуть, вона буде точно більш сучасною, ніж у Придністров'я зараз на озброєнні. Ну, да, вони можуть там поставити, там, допустим, ті ж джавеліни, там, ще щось небольшое, но, условно говоря, танки, самоліти нет, тому що у нас просто і нету кого посадити на ці танки, у нас нету танкових підрозділень вообще, поэтому, как бы, ми не готові к этому. Ну, да, условно говоря, на придністровські танки ответ в виде джавелинов, как показала история под Киевом, это работает очень хорошо, и это возможно. Ну, повторяю, это все-таки вероятность, знаете, что это вот дойдет до такого варианта, наверное, процентов 15, не больше, потому что все-таки, повторяю, их местные элиты боятся этого больше, чем кто-либо. Вот совсем они этого не хотят, но все-таки агентура там работает, и то, что Игнатьева вызвали в Москву, это может быть тоже тревожным сигналом. И, кстати, вот я вспомнил, у нас буквально на днях два раза задержали машины. Один раз машина везла большую партию военной обуви из Кишинева туда, ну, именно ботинки, как в молдавской армии. А второй раз еще более тревожно задержали бус, который был загружен формой молдавской полиции и большим комплектом шевронов, которые от молдавской полиции, плюс от нашей, это вот, которые отвечают за пенсары, за тюрьмы, у нас специальное подразделение. То есть вот для чего, кому это понадобилось в Приднестровье, это вот и есть опасение, что, может, они хотят сделать какую-то провокацию, переодеться в нашу форму и что-то устроить, чтобы потом свалить на нас, ну, условно говоря, например, атаковать Украину и обвинить в этом Молдову. Такая, знаете, многоходовочка в стиле Путина. Всем немножко нагадить и потом сказать, это не я. Поэтому вот есть как бы некоторые нюансы, которые тревожат. Давайте розглянемо різні варіанти. От, Андрію, наприклад, Придністров'я виходить з цієї мирної угоди, так? Але в той же час не буде приймати жодних якихось наступальних агресивних дій, так? Просто щоб напружену ситуацію зробити. А згодом робить от таку провокацію, як ви кажете, начебто напали на них.
або напали на Україну з боку там Молдови. От чи можливі такі якісь варіанти? Як ви розглядаєте? Я не исключаю такие варианты, но я думаю, что, знаете, у нас такова ситуация политическая, что наше политическое руководство Молдовы не будет вмешиваться в ситуацию до момента, пока, вот, ну, условно говоря, они начнут стрелять по Кишиневу. То есть у них внутренние сейчас большие проблемы из-за того, что мы столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом, рост цен, недовольство в обществе. Поэтому как бы еще провоцировать какие-то дополнительные кризисы они не готовы, и, ну, и там и ощущается нехватка политической воли для многих решений, потому что, в принципе, Украина же говорит нам прямым текстом, вот буквально вчера вечером или это сегодня утром, я боюсь ошибиться, Буданов, ваш глава ГУР, опять повторил, что Украина готова прийти на помощь Молдове и освободить Приднестровье. Ну, то есть, конечно, наша политическая воля потребна от вашего керівництва. Да, но у них даже этого нет, поэтому на это рассчитывать не стоит. Я не думаю, что... То есть это может произойти только в том случае, если Приднестровье пойдет на реальное обострение, повторяю, это в виде атаки каких-то молдавских населенных пунктов или что-то в этом роде. Ну, или если им хватит глупости сунуться в вашу сторону, тогда как бы уже вашей армии не надо будет никакого разрешения, это будет самозащита, и вы сможете реализовать эту цель по освобождению Приднестровья. Ну, как бы такой вариант я не сбрасываю со счетов. Якщо буде відповідна команда від Російської Федерації, будуть там певні інструктори, вони будуть надсилати у Придністров'я. Ну, наскільки, власне, от той контингент, який військовий зараз знаходиться у Придністров'ї, готовий на самогубство? Смотрите, во-первых, на днях пытались туда прилететь инструктора из Москвы, их не пропустили в Кишиневском аэропорту, потому что это единственный путь, через который они могут сейчас попадать туда, в Приднестровье, их завернули, отправили обратно. То есть в этом плане у нас сейчас достаточно такая интенсивная проверка всех, кто прилетает с России, но попытки пролезть будут. Но, с другой стороны, тоже это число не критическое. Это, ну, условно говоря, какими-то козьими тропками проберутся туда десяток инструкторов. Ничего радикально это не изменит. Дело в том, что почти вся эта группировка, которая там находится, наверное, больше 90%, это местные жители, которые имеют российские паспорта, и, соответственно, они попали в российскую армию. Они, в отличие от россиян, чуть менее зомбированы, потому что там все-таки есть доступ к альтернативным источникам информации. Они тоже зомбированы, но, может быть, в чуть меньшей степени. И самое главное, что они лучше понимают, что Украина – это не та Украина, которую рисуют федеральные каналы России, потому что почти все приднестровцы рано или поздно выезжают в Одесскую область, выезжают на рынки, на отдыхать туда, к морю, поэтому как бы они видят, что там никаких фашистов, что никто там не вешает за слова на русском языке. Поэтому, конечно, их мотивировать гораздо тяжелее на то, что надо идти нападать на Украину. Да и на Молдову тоже они понимают, как бы, что, какой смысл. Они сюда ездят учиться, лечиться за покупками тоже, как бы, то есть обмануть их настолько, вот как обманули россиян, что да, там вот вы едете кого-то спасать, воевать и так далее, это гораздо сложнее. Поэтому они абсолютно в этом плане демотивированы. Но какая-то часть офицерского состава, это российские кадровые военные, которые по ротации там из других каких-то частей, там из Сибири, еще откуда-то рано или поздно попадали сюда. И там, конечно, настрой такой, ну, скажем так, более, может быть, радикальный, но, опять-таки, в силу обстоятельств они, конечно, я думаю, не хотят. Потому что, ну, прекрасная работа у этих военных. Они сидели здесь десятилетиями, ничего не делали, пили недорогое молдавское вино, ели дешевые овощи, фрукты. И зачем им влазить в войну с большой вероятностью погибнуть? Чего ради? Поэтому я думаю, что там мотивация очень низкая. Как, в принципе, во всей российской армии мотивация низкая. Но думаю, что в Приднестровье еще ниже, чем в остальных частях. Андрію, я вам дякую за цікавий ефір. Дякую, що долучилися до нас. Спасибо, завжди обращайтесь, буду рад пообщатися. Дякую ще раз і дякую нашим глядачам. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайтеся з репортером.